Так, короче. Запрыгиваем на Golden Auru. Блин, я забыл стрим переименовать. Ой, ТТ-ша, ТТ-ша. Так, это у нас что получается? Берсерк Тим Лига, БТЛ. Дивизион 5. 3D versus КСО. Готово. Стуков не первый? Нет, Стуков не первый. Мунволкер первый. Лайнап у нас сегодня такой. Мунволкер, F2 клик, ДХАКа, Райан. У нас два ЗВЗ и два ЗВП получились. Так, сейчас я себе быстренько добавлю чатик. А то пока, блин, разбирался со всеми приключениями очередными, настроиться не успел. Уна моментус. Блин, где у меня тут чатик? Вот он, чатик. О, Mountain Blade со скидкой. Это хорошо. А, потом гляну. Так, ну что, у нас Moonwalker. Экстра дрон играл в начале. 3DFA Moonwalker, Серега. Играет он против КСО Вайпера. ЦСО, КСО. Как правильно, у них читается клан. В общем, против Вайпера играет. ЗВЗ на первой карте. Карт нас Golden Aura. Тут Hatchery, Gas, Pult.
тут тоже хетчер. Газ пораньше у Мунволкера зачем-то. Может быть, какая-то агрессия будет ранее. Посмотрим. Так, что у меня там стрим? Задержка нормальная. Задержка у нас 2 минуты, как обычно, на всех стримах, планварах и прочей вот этой вот вещи. Так. Что-то у меня здесь не выводится. Я обновлю, пожалуй. Привет, блинчик, привет всем. Блинчику отдельно извинения мои приношу за прошедшее КВ. Если бы я свою карту взял, он бы поучаствовал. Очень грустно. Ладно, мы сейчас смотрим пятый дивизион. Это первая карта. Нам соперники разрешили выпустить Мунволкера, потому что у него оказалось не 20 игр, а 12 на аккаунте. Чего я заранее не чекнул. В общем, они пошли нам навстречу и, в принципе, разрешили сыграть ему. Так что смотрим, что из этого выйдет. Так, Вайпер почему-то собак прячет. Он собирается олынить масс собаками. Тут Беллингнест есть? Есть Беллингнест. Отлично. Неплохо, в принципе, Мунволкеру все будет, если он собак дома закажет. Вниз спускает всех своих собак Вайпер и палит стратку сразу же. У него скорость очень поздняя. Это его главная ошибка, недостаток в этой игре. У Мунволкера тоже много собак, и у него скорость раньше доделается, и он может очень хорошо сейчас тут разменяться, прям великолепно может разменяться. Потому что скорость раньше, вот скорость доделалась, он Беллинг олынет, у оппонента нет Беллинг Неста, и оппонент без скорости вперед не пойдет. Овер он здесь не оставил, и он это дело не видит. Поэтому Мунволкер сейчас может игру выиграть очень на изичах. Первый Беллинг побежал, собаки без скорости. Оппонент не реагирует, бабах, минус все собаки. ГГ ВП. Ну, такой изичный первый сет. Ну, на самом деле... Ой, ну, у нас ни одно КВ без проблем не происходит, а? Вот почему? Я не знаю, как это объяснить. Черт меня побери. Я просто не глянул, что у него игр нет. Он вроде играл на ладере. Да, вот у него нет игр совсем. Он мне скидывает свои это победы ладерные. Скидывает их не вовремя. Ну, то есть это как не вовремя. Короче, я что-то забыл посмотреть вообще. У нас должен был вообще другой игрок выйти. У нас должен был выйти Рор на КВ. Тоже другой протос. Но так вышло, что Рор в последний момент ничего не ответил. И про карты не отписался. Вообще до сих пор в сети нет. Так что... В общем, так получилось. А Мунволкеру сейчас отдельно напишу, чтобы он игры наиграл. Молодец, Мунволкер. Так, кто у нас там второй играет? F2 клик вторым играет. Где я в 2 клик? В 2 клик не в сети. Коля куда-то пропал, потерялся.
Ну где Коля? Колян, Ныч. Вот он зашел. Отлично. Все окей. Нашелся Коля. А почему он на канале не сидит? Всем скинул название канала. А, вот он. Вот он тут. Всем скинул название канала, а он не зашел. Ладно. Players ready. Ready. Говорит Дарлинг. Все. Нормально, все на месте, все хорошо. Главное отыграть. Ладно, результат уже хочется, конечно, но результат уже это вторичный вариант. Главное просто, чтобы ребята отыграли, чтобы мы все КВ закрыли. Так, а почему у меня дождик падает? Не дождик, это снег. Это ошибка была, случайность. Или оставить. Там в чатике 2 минуты задержки, скажете потом. Оставить снег, убрать снег. Это какой-то левый снег, надо получше сделать. Так, у нас Best of Five. Первая карта у нас за 3D. Вторая карта на ваших экранах. 3D. F2 клик. Играет он против Дарлинга. И это вторая карта. Карта у нас Hard Lead. Вот если бы я в последний момент не передумал и не поменял бы парней местами, мы бы сейчас 3 ЗВЗ подряд смотрели. Так, хотя бы разбавим 2 ЗВП. Так удачно совпало, что и у игроков, и у нас 3 зерга в ростере и 1 протос. И была вероятность того, что мы бы сейчас 3 ЗВЗ смотрели последним ПВП. Но в последний момент что-то, какое-то провидение подсказало мне, что надо игрока местами поменять. И в общем, теперь мы смотрим хотя бы 2 ЗВП вместо 3 ЗВЗ и 1 ПВП. Посмотрим, насколько это было удачным решением. Вообще, я в 2 клик с зергами еще на КВ не играл. Посмотрим. Но он играл на нашей внутренней лиге. Не лиге, маленьком. Маленьком между собойчике. Для 5-го дивизиона. И там у него с зергами вроде все неплохо. По крайней мере, на бумаге. А как говорится, забыли про овраги. Сейчас посмотрим. Ну, стенка у него правильная, Некс он правильно поставил, разведал, пробку оставил. Молодец, молодец. Пока все правильно делает. Красивенький снег. Ну ладно, если речь о снеге, я верну его. Потом скажете. Опять-таки через 2 минуты напишите, красивенький он, некрасивенький, убрать его, не убрать. Так, тут у нас что, второй газ, пилон на мейне. Тут две королевы, Дарлинг играет. Ну, Дарлинг стандартно играет. Вот сейчас будет ли он с рабов с газа убирать? Да, убирает рабов с газа, правильно делает. Раскачивает максимально начальную минеральную экономику зерг себе. Две собачки. Четыре собачки, правда, заказал, не две. Одну, две, чтобы прогнать пробку. Пробку чуть поздно Райан реагирует, уводит. Она уедет. Там на 2 куса пробка должна успеть зарегенить щиты, по идее. Или нет? Блин, она не успела. Как так? Что-то пошло не так. У нас адепт вперед выходит. Второй адепт под бустом. И это что? Старгейт. Старгейт у нас от F2 клика. Напоминаю, мы смотрим 5-й дивизион. Это не прогеймеры играют. Обычные парни. Некоторые женаты с детьми, наверное. Ну, кое-кто так точно. Так, это что? Что дальше, я не понимаю. Просто оракул, сталкер. Почему стенку до сих пор не перекрыл? Вот это, кстати, ошибка. Правда, зерк тоже вперед не собирается. Но все равно это ошибка. Потому что пробку уже убили. И после этого там с 3 хат просто зерк может алын с собаками играть и все. Ой-ой-ой, адептов терять нельзя. Ни в коем случае. Да, отступает назад, кидает иллюзии. Не иллюзии, как они называют. Shadow, тени.
кидает чтение и отменяет их сразу же. Там полетел оракул. Кстати, странно, почему зерг ставит спорку, не разведав, что там на самом деле Старгейт. Просто по умолчанию спорку поставил. Подозрительно. О, кстати, хорошая тема. Убить личинок. Личинусы страдают. Две личинусы минус. Они, кстати, считаются как за убийство. Два килса у адепта. Халявных два килса. Ой, а тут оракул. Улетел, улетел. Хорош. Снегов бы фпс побольше. Да. Ну, короче, уберу тогда его. Да я что-то это... У меня где-то был нормальный снег, но он остался на убитом, короче, в хлам просто. ХДД. В жестком диске. Остался где-то далеко там. Так, убегают назад адепты. Второй оракул. Диск сдох, и все, что там было, все, короче, померло. Причем померло так, что вынуть уже не получится. Там чаще всего... Почему говорят, что ХДД лучше для хранения данных? Потому что их восстановить можно. Ой-ой-ой, адепт, не подставляй оракул. Оракул выжил, все нормально. Тут пробочка собирает ставить Nexus. Так вот, что я там про ХДД говорил? Ну, типа, даже с мертвых ХДД зачастую, чаще всего, ты можешь достать информацию, данные, файлы. А вот с SSD с мертвого ты уже ничего не достанешь. С вероятностью, ну, 80%, что там все умерло, погибло. А вот с ХДД можно. Бамс. Две собаки в стазисе оказались. Четыре собаки, две и две. Так, тут что у нас? Плюс один в очень ранний зачем-то... Призма. Не знаю, зачем такая ранняя. Ну, то есть, она, ну, типа, она поздняя, получается. Ой, а тут что это? Тут королева вперед, дропчик, пуш какой-то от зерга. Королевы с мешочками ловера летят вперед сейчас. И тараканов много заказано. Ну, кстати, это хорошая такая тема. Очень хорошая тема. Есть только одна проблема, что Протос сам 4 гита сделал. Призма вот у него никуда не полетел. Зачем он вообще ее заказывал? Оракул сейчас должны это все запалить, но они ничего не палят. Он видел вообще оверлордов летящих, но не обратил внимания. Оракул летят на третью. Кстати, здесь ничего не прикрыто с этой споркой. И королевы все исчезли. Но вообще это очень сильный пуш от Дарлинга. Оракул забирает дронисов всех. Отлично. Проблема в том, что здесь отбиться как-то надо. Как ты тут отобьешься? Сталкер варпуется в большом количестве. Батарейки нет. Вот чего нет батарейки? Сколько раз говорил? Батарейки ставьте. Батарейка. Где батарейка? Почему? Тут даже одна батарейка бы очень большой помощь оказала. Еще варп надо делать. Заказывайте Мортала срочно. И Мортала заказывай. Батарейку и Мортала. Две батарейки вот сюда поставить. И Мортала заказать. Это что у нас? Темплеры. Темплеры кидают. Фидбэки сначала надо было кинуть. Ай, тоже ошибка. Ну ладно, может быть, еще отобьется. С тремя-то этими, тремя архонами. Еще если варп один будет. Бусты можно кинуть. Не кидает бусты пока. Но все равно очень хорошо. Архоны сражаются. Неплохо. Еще доварпать бы кого-нибудь. Батарейка бы сейчас спасла всю ситуацию. Варпа еще кого-нибудь. Варпы, варпы. У тебя же гитвы стоят целые. Варп. Делай варп. Делай раз, делай два. Варпает. Куда-то далеко варпает почему-то. Архона можно было в призму спасти. Не доконтраливает F2 клик. Очень серьезно не доконтраливает. Дотекают собаки, а у тебя только зилоты. Тут куча тараканов осталось. Не, не отобьется. Вот если бы он сразу батарейку, у него столько времени было батарейку поставить. Две батарейки, и он бы выиграл. И он бы выиграл, ребята. Он бы выиграл. Потому что зерг плохо контролил. Он бы сейчас выиграл. У него очень много денег на руках, но нет газа. Минералов много. Архон одного завернул. Сила-то заварпал. Бусты кидай, бусты кидай. Есть оракул с маной. Не, зачем ты ставишь ловушку ставишь? И волки-палки. Блин, ну это очень печально. Батарейка, вот опять нет батарейки просто. Схалявил, не поставил батарейку, проиграл игру. Immortal здесь один, естественно, ничего не сделает. Пилоны выключены.
Что нужно было сделать в данной ситуации? 3-4 батарейки. Ну, не 3, ладно. Хотя бы 2 батарейки поставить по двум сторонам. Тут тем более еще один пилон был. Между двумя пилонами батарейку воткнуть. И здесь батарейку воткнуть. И заказать Иммортала. Все, и он бы отбился. Еще можно было Центрю заказать поначалу. Или Архонов сразу заказать. То, что у него уже была возможность. И он бы выиграл игру. Ошибка. Ошибка, которая стоила игры. Две ошибки. Две батарейки, сразу две ошибки. Он, конечно, варпает юнитов. У него даже минералы есть. Но базы ему уже убили. А у Зерга как бы две хатчеры собирают. Да, он дронов на третью не отстраивает. Но... Да, у него есть два войдрея. Но, опять же, отбиться это ему не поможет. Ну, просто не справится он здесь. Пилон убили. Сейчас убьют второй пилон, и больше варпов не будет. Хорошую тему сыграл Зерк. Ставить ловушку. Опять неправильное действие. Он бы лучше убил бы с десяток собак, чем вот эту ставить ловушку ставить. Неправильное решение. Ну, в общем, F2 клик не выходит. Пытается что-то сделать, но тут уже конечно. Давно уже конечно. Тут пробка сейчас выйдет из Нексуса. Он ее, кстати, отменил. Потому что сейчас собаки уже начнут убивать. Ну, нет. Два оракула, два Войдрея. Не один оракул. Два Войдрея ничего на карте не сделают. Просто батарейку добавить нужно было. Две, лучше две батарейки. Просто здесь бы стояла бы батарейка. Одна батарейка выиграл бы ему, ну, лишних две игровых минуты. Вторая батарейка еще там минуту игровую выиграла бы. Эх, беда печальная, беда. Ну ладно. Он, блинчик, в чатике пишет. Я батарейку, говорит, всегда в ПВЗ вслепую ставлю. Ну вот, потому что у тебя сколько там сейчас? 4600? 4700 уже? Вот поэтому ты и ставишь. А мы смотрим пятый дивизион. Здесь даже 4000 мэр нет. Ребята только учатся играть. Блин, офигеть, у них АПМ. Че это такое вообще? Пипец они накликивают. Притом и у Зерга ошибки были, и у Протоса ошибки были. Но АПМ просто огроменный, я бы сказал. У меня третий идет. Третий у меня Дехака. Ну что, Стуков Стукович, показывай. Наш капитан дивизиона, у которого внезапно, блин, только 12 игр на аккаунте. Капитан пятого дива оказался с 12 играми. Самый ответственный момент. А я, блин, не посмотрел, не проверил. Не, у Дехаки еще меньше. Стоп, у него вообще там одна или две игры на аккаунте. А все потому, что... Потому что, блин, вот другой. Вот Стуков. А, черт. Ладно. Смотрим. Можно его сейчас в команду принять, чтобы никто не жаловался. Второй его аккаунт. Капец. Ну что это? Третья карта. Это у нас Хикейт. Стуков стоит, ставит паузу. В чем проблема? Че он паузу поставил? Короче, G-Priest на наших экранах, красненький зерк, и Стуков синенький зерк. И мы, собственно, смотрим.
Как ДХАКа, наш Лёша Алексей, капитан нашего 5-го дивизиона, самоназначенный кек. На самом деле не самоназначенный, общепринятый, но все равно. Посмотрим. Он, кстати, сразу с козырей заходит, пул ставит. Играет алын, непрекращающийся алын. Блинчик говорит, даже у него не 200 АПМ всегда. Ну, блин, ну я не знаю, как они столько накликивают. Профессиональные игроки будущее, я считаю. Эх. Так, а тут тоже... Вот, кстати, открытие у Приста намного лучше, чем у Стукова. Но посмотрим, что из этого выйдет. У него более правильное открытие, с большим количеством рабов. Давай, Лёша, тащи. Лёша, тащи. Блинкнест. Скорость. С газа рабов убирает. А Прист продолжает достраивать дронисов. А почему он поставил пул? Заказал скорость и... А, нет, он правильно сделал. Не, нормально он сделал. У него... Это, короче, 12-я... Хотя нет, это не 12-я. Я не знаю, что это такое вообще. С газа рабов убрал. И делает только собак со скоростью с одной хаты. Что очень странное что-то. Собаки в обход бегут у Стукова. Он видит красненьких собак. Бежит своими собаками. У кого скорость раньше? У Стукова раньше. Проблема в том, что если вот эти парни, вот они сейчас в беллингов, если они не завернутся, они походу не заворачиваются ни черта. У Стукова почти доделается скорость, 10 секунд. Вот заворачиваются беллинги. Тут хэтчеры ставятся. От Приста. Сражайся, что ты бегаешь? Просто съедай его. Чё, куда он бегает? У тебя скорость раньше доделась, беги. Лёша, чего ты стоишь? Беги вперед. Он хочет с беллингами именно забежать. Просто съедай его собак, пока скорость нет у оппонента. Тут королеву надо съедать. Пытался поставить Evolution, G-Priest, но не вышло ничего. Взрывай беллингов, чё ж ты бегаешь, ты господи. Он бегает за ними, короче, за дронисами. И не взрывается. Там вторая королева уже появилась. Взрывайся давай, ну бадабум. Бадабум. Ну где? За это время красный зерк уже дронов расплить успел. Правда, это ему не поможет, потому что тут собак слишком много у Стукова. Я думал, он алынить собирается. А он, ну типа, у него просто вариант для алына более удачный. Потому что рабов больше. Ай. Ладно, все, взяли еще карту. Спокойно, спокойно. Теперь мы точно выходим на эйс-матч. В любом случае. И эйс-матч у нас, похоже, тоже за ВЗ будет. Кек. Очень на то похоже. Ну, может быть. А может быть, сейчас выходит Райан и заканчивает КВ. Я очень на это надеюсь. Но там просто ЗВП, Райан с Протосом будет играть. Посмотрим, выйдет, получится у него что-то или не получится. Блин, у меня губы пересохли. Не знаю почему. Я их сильно обветрил. Видимо. Видимо, невидимо. Так, Океан Борн. Идет Райан. Мужик. Настоящий мужик. Я так говорю только потому, что никнейм такой в Дискорде. У нас в клане есть даже мужики. А, да, кстати, если кто-то вдруг попал на стрим случайно, и вы не из наших, то join 3D. Вступайте в 3D клан, там снизу есть ссылочка на Твиче. Присоединяйтесь. Чё, где там Райан? Invite the game. Ой, не то нажал. Хотел профиль посмотреть. Чуть-то Райан не заходит. Тут пишет. Окей.
Давай, Райан, закончи это КВ. 3-1 нас очень даже устроит. Соберись. Кстати, тут большой шанс, что он именно так и, собственно, так и получится. Килген не понимает билд Стукова. Я не понимаю, действительно. Ну, просто я с одной хаты играть перестал. Ну, не знаю. В первом Старкрафте еще перестал играть с одной хаты, потому что это нерентабельно. А уж во втором тем более. Да еще на таких картах. Ну, я не знаю, ну, просто это опасно. В какой-то момент, если ты нормально беллинга не взрываешь, то, ну, все, тебя потом просто с двух хат личинками перемасят, и все. Даже если ты убьешь рабов, половину, там все равно с 10, с 12 рабами, он тебя с двух хат перемасит собаками, и все. И джебелс. Поэтому я и не понимаю, собственно, что они делают. Так, у нас 2-1, получается, счет. На экране у нас первым оказался Райан. И играет он против... Я не знаю, как ник читается. Джахалас. Кан не читается, по идее. Джахалас. Протоса играет против Протоса. ГЛ, пишет Райан. Ему отвечает тоже ГЛ ХФ. И смотрим, что из этого выйдет. Райан собирает с макро играть, через хэтчери открываться. Протос что, фаржа? Нет, гитвей ставит Протос. Так что все нормально. У нас макро за ВП. Ну или по крайней мере с двух хат они будут играть. Ну прото с двух нексов и зерк с двух хат. Джоин 3D хорошо скидывает. Кстати, да, блинчик, я тебя поздравляю. Ты теперь тоже менеджер моего канала. Не знаю зачем, но я просто посчитал, что так будет честно. Блинчик и Троша, поздравляю вас. Так, ну что, пул газ, тут что, первый газ, а почему, а, он два гита поставил. Ну, кстати, вот это не очень, на самом деле. Зачем он два ранних гита? Бернетка двумя адептами пушить собирается. Ну, такое дело вообще, конечно, не очень. Не очень. Где кибернетка? Он зил-то зачем-то заказывает первым юнитом, хотя все, разъедала пробка. Пробка же была, она же поехала на разведку. Так, стоп, или я что-то провтыкал? Нет, вот же пробка, нет, это не пробка. А, у него тут пилон какой-то. Чит он делает такое. Один зилот в стенке. Пробка на разведку-то не поехала. То есть зерк... Да не, нет, стоп, поехал. Он видел, какой тайминг пула. Просто он какую-то свою тему играет. Зилотом... Один газ без Нексуса. Кибернетка бустит кибернетку. Имитирует постановку Нексуса. Что? Что это? Просто пробку вниз спустил. Он не будет ставить Нексуса. Это 4 ВГП. Ну, 3 ВГП. Пока 3. Бустится кибернетка. Ну, это, блин, это подозрительно. Ну, опять же... Вот разведка. Ты видишь, что Нексуса нет. Вот Райан сейчас такой прилетел. Вот у него Оверлорд висит. И он не видит здесь Нексуса. Где Нексус, говорит Райан, должен сказать. В чем проблема? Я бы вообще хату отменил третью. Я бы на своем ладере вообще бы ничего не понял. Отменил бы хату, поставил бы Роуч Варен и пару санок. Потому что вообще не поймешь, что тут происходит. Ну нет у человека Нексуса. Это прям... Это значит, что тебя чизят. А как чизят, это уже другой вопрос. Так, он ставит Беллинг Нест, не Роуч Варен. Ну, не знаю. Я бы лучше Роуч Варен поставил. Тут, кстати, непонятно, что оппонент будет вообще. Он ничего не заказывает с гитов. У него Твайлайт, еще два гита. И здесь тоже ничего не заказывается. То есть у него сейчас могло быть на карте у Протоса уже, ну, не знаю, ну, три юнита. То есть, вообще, короче, эта тема играбельная. Но, если... Если ты что-то заказываешь с гитов, а если ты ничего не заказываешь с гитов, то она неиграбельна. Там бы уже два адепта все это время развлекали бы зерга. Ну это просто... Просто неудача, в общем. Тут овер со скоростью все разведал, Райан увидел Нексус. Но это все равно, блин, Некс такой поздний. И здесь ничего на карте нет.
спорки ставить, лейер заказывать. Ну тут надо что-то такое делать. А если там прокси Dark Shrine какой-нибудь? Вот, ну, играют такую тему. Вот серьезно, такую тему играют. Прокси Dark Shrine. Где у тебя спорка? Где детекции нет? Сейчас 4.30. На пятой минуте, раньше даже, к тебе прибегает два дарка, и все. Ну, короче, все равно опасно, Райан играет. Опасно, опасно. Конечно, Протос просто непонятно, что делает. Вот совсем непонятно, что делает. Вот сейчас бы прибежали к тебе два дарка, и все. А потом еще два дарка. Ну, ладно. Короче, 3-1. Все это разговорчики Килджина по Фрейду. 3-1. Мы таки берем... не мы, пятый дивизион, мы. Мы Наполеон, нет. Петр Первый, нет. Кто там еще у нас из известных? Короче, пятый дивизион таки берет еще один клан вар, выигрывает. И у пятого дивизиона появляется реальный шанс попасть в плей-офф, с чем я их поздравляю. Осталось только дождаться результатов остальных команд в группе. И возможность определенная появляется. Я их поздравляю сердечно. Очень жаль, что F2Click не смог показать сегодня на КВ хорошую игру. Но зато, благодаря его поражению, у нас Райан сыграл последним сетом. Так что и так хорошо. Сталкеры. Овером видит Прокси Гейт. Не, он не видел тогда еще овером Прокси Гейт. Он поздно его нашел. Он его нашел, да, но уже поздно. Если бы там билдордер у Протаса был правильный, то все бы было печально. Ну просто там должны быть вначале два адепта. То есть ты с этих гитов, они у тебя не просто так стоят и ждут, когда варп доделается. Там с них можно строить юнитов вообще-то. Два адепта к зергу прибегают, начинают его харасить, развлекать. Пока он отвлекается. Бац, а там что угодно может быть. Там Dark Shrine может быть, не знаю, какой-нибудь Мегалин, Центрия, какая-нибудь, не знаю. Ну Immortal в прокси, Роба. Да нет, ну так не играть, конечно, против зерга, это слишком опасно. Но учитывая, что мы смотрим игры пятого дивизиона, тут может быть все что угодно. Нельзя исключать ничего. Особенно если ты, ну, до конца не понимаешь, что происходит на карте. А тут явно какие-то непонятки. Нексуса нет, технологии нет, ничего нет. Два гита в стенке, ничего больше нет. Это подозрительно. Тут надо прям всю карту разведать, собак везде отправить, все посмотреть, поискать. Николай II, да, Николашка. Мы — это мы. Ладно, в общем. ГГВП, я еще раз поздравляю 5 дивизион. Большое спасибо нашим оппонентам, что разрешили сыграть Мунволкеру, у которого игр нет. И всем пока. Пока-пока. Что-то очень быстрое КВ, неожиданно. Может быть, я сейчас посижу чуть-чуть. Перекушу, промочу горлышко чая, мы пойдем ладер играть. А может и нет, посмотрим. В общем, всем пока. Подписывайтесь на канал, вступайте в 3D по ссылке на канале. На Твиче ссылка есть. И играйте в StarCraft, смотрите StarCraft. Всем пока. Пока-пока.